3 ноября, город Хабаровск. Видеообзор установки погрузчика Маракава. Она в наличии в Хабаровске. Не полностью укомплектована, нету креплений. Вот такая установка. Крепления уже окончательные. Нужно самим изготавливать. Ну, в любом случае, под каждую технику свои изготавливаются. Она рассчитана на трактора от 20 до 25 сил, 25-30 сил. Шланги все на месте, гидроцилиндры все на месте. Значит, вот его. Гидрораспределитель. Его выводят туда, куда удобнее. Нет, просто крепить куда будет удобнее. Вот. В Японии его, она была практически новая, японцы его погнули. Вот видите. И подъем у нее не очень большой. Здесь все ровненько. А здесь вот загнуто. Рукой манипулятором взяли его надо править. Подъем у него не сильно высокий, таких установок. Где-то, наверное, 1-2 метра, наверное, максимум. Они поднимают. Как лопата, как планировщик. Ну, нормально что-то там грузить, но на высокую машину ничего не погрузить. Сильно высокая, маленькие грузовички там какие-то бортовые без проблем.